В Махачкале стартовал форум молодых соотечественников. Участниками стали дагестанцы, которые проживают в разных уголках нашей страны и даже за рубежом. На открытии присутствовали первые лица республики. О форуме и о том, что ожидает его участников, в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Именно им надо развивать, значит, отношения с исторической своей родиной, то есть Республика Дагестан. Им нужно узнавать, потому что новые, которые родились, молодые люди, которые за пределами Республики Дагестан, им нужно и важно знать историю Дагестана, культуру Дагестана, язык Дагестана. Я впервые приехал на родину в прошлом году. Мне здесь очень понравилось. У меня оказалось очень много родственников. Я не ожидал, что культура здесь настолько богатая. Нашими земляками расширяется экономическое сотрудничество нашей республики с зарубежными странами, укрепляются культурные, научные, образовательные связи. Я бы сказал так, что наряду с огромным потенциалом природным, человеческим, мы еще и обладаем потенциалом наших соотечественников. Мы, наверное, еще не до конца его искусства. И я думаю, что сегодняшняя встреча — это ваш шаг в этом направлении. Я бы хотел поблагодарить сейчас тех наших соотечественников в Казахстане и не только, которые в Ахтынском и Хивирском районах республики построили садик на 80 мест, спортивный комплекс, медицинский центр САМУ, возвели водопровод и создали другие социально значимые объекты. Форум продлится еще два дня. За это время пройдут пленарные заседания и дискуссионные сессии. Помимо образовательного блока, ребят ждет экскурсия в Дербент и увлекательная программа на берегу Каспийского моря. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.